Сначала ставим воду на кипяток. Нам понадобится 1 стакан полный воды. Этим же стаканом отмеряем муку. Нам понадобится 3 стакана муки. Добавляем 3 столовых ложки подсолнечного масла. Даем соль. Перемешиваем все. И добавляем кипяченую воду. Все, муки больше не додавать. Все вымешиваем. Сначала в миске немножко вымешиваем, потом высыпаем на стол. И вымешиваем на столе. На замес теста у меня ушло ровно 2 минуты. Я тесто выкачиваю, пока оно немножко не остынет. Оно вот еще теплое. Сейчас выкатываем тесто, муку не подсыпаю, вот так. Выкатываем тесто от середины к краям. Раскатать нужно тоненько, и можно делать уже вареники. И опять его замешиваем. Видите, оно нигде не прилипает, не липнет. Без муки. Делаем вареники. Я сделала начинку из картошки, творога и укропа. Можно давать сухой укроп, можно давать свежий. Идем немножко сюда. Складываем лодочкой. И вот защипываем.